Приветствую вас. То, что вы описываете, очень похоже на страх оценки. Ну, вот. То есть вот, ну, то, как вы описываете, как бы это страх того, что вас оценят, страх того, что вас, вероятно, осудят, вот, как бы, вот, выглядит все таким образом, что вы этого боитесь. Конечно, неизвестно, ну, точнее, ваша история, она достаточно такая локальная, я бы сказал. То есть вы говорите, что с подросткового возраста это у вас, вот. Но момент в том, что с подросткового, вот, как бы, чем это обусловлено, вот, что важно, об этом вы не говорите, ну, вот, также, вроде бы, вы говорите про своего психотерапевта, к которому вы не можете обратиться, да, вот, но, нет ощущения, что он вам помогает, вот, ну, потому что вы такое ощущение, да, что лечиться пытаетесь, вот, условно говоря, техниками, вот, но это же все до поры до времени, это же все имеет такое локальное достаточно значение. Ну, вот. Ну, я бы сказал, конечно, что вот есть трудность у вас в восприятии себя. Да, я бы сказал, что вы себя, ну, скажем, недолюбливаете. Так вот, я бы сказал. Вот. И такая история. Вот. Если вы себя недолюбливаете, если вы себя как бы обесцениваете, то, ну, вот, вот отсюда и сложность, собственно говоря. Ну, вот. Поэтому идея, по крайней мере, моя заключается, ну, именно в этом, в первую очередь, что, ну, это у вас именно из-за, вот, как бы на почве, точнее, обесценивания себя, ну, вот, и на почве страха, ну, такого страха оценки. То есть вы боитесь, что вас оценят очень сильно, вот, при том, что вам явно нужно, чтобы, ну, вам явно нужна обратная связь, вот, с, ну, от других людей, вот, вы в ней нуждаетесь, с одной стороны, вроде бы, с другой стороны, от нее же вам плохо. Вот. То есть, такая вот история. Техники, если говорить о техниках, то в первую очередь, ну, разные здесь варианты, в зависимости от формы, вот. Это может быть и когнитивно-поведенческая терапия, это может быть и гештальт-подход, и там
арт-терапия и прочее, прочее, прочее. То есть, все зависит от формы. Вот. Ну, от того, насколько у вас агрессивно себя эта история ведет. Вот. Вы говорите, значит, так. Значит, при волнении, когда вижу негатив в свой адрес, когда высказываю свое мнение, очень переживаю. Ну вот, соответственно, вы очень переживаете. Вот начинать нужно с этого. Из-за чего вы переживаете? Да? То есть вот как-то вы реагируете на этот самый негатив. Вот. Ну, каким-то образом вы на него реагируете. Вот. Задача увидеть, как вы на него реагируете. Какие у вас это вызывает эмоции, какие у вас это вызывает чувства и так далее. Вот. Если вы увидите, то уже как бы ну уже полдела будет сделано, в принципе. Вот. Дальше останется только работа с этим направлением, в зависимости уже от, от подхода. Ну, от подхода, я имею в виду. Психотерапевт. Вот. Вот как-то, наверное, как-то так. Примерно. Это на это можно ответить. Вот. А то есть здесь много, как мне кажется, зависит еще от вашего собственного восприятия. То есть, условно говоря, если вы воспринимаете свое состояние как что-то такое, ну как что-то такое, знаете, надоедливое, да, вот. Грубо говоря, что-то такое надоедливое, вот, как, ну, некую болезнь, да, там, например, и так далее. Ну, как бы это как бы одно дело. А если воспринимать ваше состояние, допустим, как следствие некоторых психологических трудностей, некоторых конфликтов, да, вот, то ситуация, ну, совсем по-другому уже будет складываться здесь. Вот, поэтому этот момент тоже еще нужно поисследовать. Понятно, что вы чего-то боитесь, да, понятно, что чего-то вы не понимаете, но вот как бы нужно разбираться в том, что именно. Потому что вот, так это просто, знаете, ну, тычки в небо и все. По сути. Вот, ну, мне бы лично этого не хотелось. Да, то есть мне бы не хотелось пытаться угадать, условно говоря, какая у вас сложность и проблематика имеет место быть. Вот. Вот как-то так, наверное, такой ответ я могу вам сейчас дать. Напоследок хочу сказать немножечко про сверхмотивацию. Такой
достаточно важный элемент, как мне кажется, которому ну, довольно мало уделяют внимания. Что такое сверхмотивация? Ну вот, в данном случае сверхмотивация – это ваше сильнейшее желание, там, ну, образно говоря, чего-то достичь, что-то сделать, к чему-то, значит, ну, чего-то, да, к чему-то стремиться и прочее. И вы, условно говоря, всю себя сводите к вот, ну, к значению, этого. То есть от того, получится у меня это или нет, зависит, ну вот, завишу я сама. Понимаете? Вот. Как бы это сверхмотивация. То есть сведение своей ценности к чему-то одному. Вот. Ну, мне кажется, это связано с тем, как вы обращаетесь со своими желаниями, своими чувствами, потребностями и так далее, насколько вы осознаете то, что с вами происходит. Вот, потому что, ну, условно говоря, хотите бы вы быть, к примеру, значимой, хотите вы быть, к примеру, важной, хотите вы, к примеру, там, не знаю, чего-то добиться и так далее, да? Вот, а в итоге в интернете, там, грубо говоря, спорить с людьми, да, там, пытаться что-то доказать. Условно говоря, вы о себе не очень хорошее мнение, вы себя обесцениваете и склоняетесь к тому, что какая-то вы не такая, допустим. Допустим. Вот. Ну, допустим, я не говорю, что это так, но допустим. Вот. И вместо того, чтобы на это обратить внимание, вы опять же спорите с людьми, ну, опять же спорите с людьми, да, как бы. Вот. И в итоге очень много сил, очень много энергии у вас уходит, по сути, вот в никуда. Вот. И, собственно, появляется такая зависимость еще, потому что вам, ведь, вам может казаться, что, что вот как раз это, да, вот, ваш ну, способ чего-то добиться, к примеру. Ну, как бы нет. Как видите, нет. Это не способ добиться чего-либо. Ну, точнее, ваша цель. Вот. Поэтому здесь на таком вот системном уровне можно выделить то, что у вас расходятся, значит, цели и фактически действия. Вот. Расходятся мотивация и цели. Вот. И приведение этого к ну, как к общему знаменателю, да, чтобы они были едины, уберет, ну, уберет такую проблему. Вот.
В том числе, я не говорю, что это единственный способ. Вот. Повторюсь, я не знаю особенности вашего, ну, состояния. Вот. Его нужно исследовать, что это важно. Вот как-то так. На этом все, наверное. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, да? Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи.